Берем себя и Марселя! Марселя, гроты у... Все к бою! Удачная позиция! Можем взять их на абордаж, сэр! Сам! Приготовиться! Он идет ко дну! Готовы, сэр! Сосредоточьтесь, капитан! Бли! Они уязвимы здесь! Надо бить! Бли! Бли! У нас пробоина! Бли! Хороший залп нам поможет! Бли! Поймаем ветер! Все, давай! Уходят! Стреляйте по ним цепными! Держите штурвал, сэр! Гроты отдать! Вперед! Брамсели спустить! Паруса отдать! Меньше хор! Фок Нагитовы! Живо, лодыри! Еще пар... Давай, красотка, расправь! Проклятие! Только дайте знак, капитан! Залп! Поймаем ветер! Близ! Они бегут! Подходящая дистанция! Подойди ближе! Сэр, нам против них не выстоять! Близ! Здесь слишком узко! Смотри, не посади нас на мель! Они открылись! Дайте-ка по ним, сэр! Держись! Сейчас столкнемся! Блин! У него уязвимое место, сэр! Я скоро вернусь. Thank you.
I've got a clear shot. Maybe he didn't run. Чертов подлец! Я знаю его натуру! Убить меня решил, разрази меня гром! Нет? Ты мог бы бороться за нечто истинное, но выбрал путь убийцы. И искупить свои грехи тебе нечем. Зато мои руки чисты, Бен. Чертов Иуда, поставивший себя выше друзей. Да, но так и есть. Что ты делал после Насао? Только убивал и калечил? Ты служишь тем, кого мы всегда ненавидели! Нет! Эти тамплиеры другие, жаль тебе не понять. Если продолжишь в том же духе, вскоре останешься в одиночестве. И придешь к виселице. Может быть. Но одной змеей в мире стало меньше. Этого довольно.
Погода не к черту! Летим на скалы, Кэп! Живо, живо, живо! ¿En qué puedo ayudarlo hoy?
Que el destino le sonría, capitán. Se ha dado un golpe en la testa. Ha perdido el seso. Podría conseguirte, ¿eh? Alguien le ha dado en la cabeza. ¿Qué está haciendo? ¿Necesita algo? Vuelva cuando quiera. Капитан! Спустить паруса! Ловим ветер! Слева! Замечен груз, Кэп! От ветра! Убрать все паруса! Живо! Только скажите, Кэп! Бой готов! Проходу в рот! Черт, вы спятили! Осадили! Сам! Уходим, сэр! Этот пар нас потопит! Бли! Почти готовы, сэр! Готов к бою, сэр! Бли! Проклятие! Сейчас будет зал! Сам! Нас задели, Кэп! Бли! Хороший залп нам поможет! Бли! 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 Отдать кроты! По ветру! Тяжелый! Подходящая дистанция! Бли! Стреляют! Они стреляют! Осторожно, кроты в лево! Без плоти! Бли! Удачная позиция! Залп! Не подпускай! Они у них в нас попали! Капитан, у них мортиры! Бли! Ну что, за абордажные крюки? Еще паруса отдать! Сам! Подходящая Бли! Дистанция! Бли! Держите штурвал, сэр! Спустить пропсиляемом! Пробоина! Тяни, живей! Thank you.
полника! Down west old ship that ever did sail, sailed on an errand on a windy day. And we're waiting for day, waiting for day, waiting for day, then we get our pay. She was built in brown mid toy, held together with bits of toy. And we're waiting for day, waiting for day, waiting for day, then we get our pay. Nothing in the galley, nothing in the hole, skipper standing with a bag of gold. Убрать все паруса! Живо! Готовы бить, сэр! Салки готовы, сэр! Дьявол мимо! Готовы, сэр! Over and up to toe, pump you blindness, pump or drown. Wait for day, wait for day, wait for day, then we get our pay. Wait for day, wait for day, wait for day, then we get our pay. Пли! Убавить паруса от пули! Пушки готовы! Пушка готова! Блин! Не подпускайте их на выстрел! Ждем приказа, сэр! Блин! Врагам идет подмога, капитан! Блин! Садите-ка в них залп, капитан! Блин! Уязвимое место, сэр! Залп! Блин! За удары мы пойдем на дно! Залп! У нас пробоина, сэр! Нахлебай! Блин! Они открыли! Стреляю! Пробоина! Поймать ветер! Заклятие! Тяжелый путь! Почти готовы, сэр! У нас пробоина! Блин! Паруса отдать! Крутим ветру! Стреляю! Мы сейчас развалимся на части, капитан! Ритик, всем отсюда! Я сейчас залпом и пойдем как... Спустить паруса! Спустить! Where am I to go, be dinosaur? Where am I to go? Удачная позиция! Наш...
охотник на пиратов мертв? Да, от моей руки. Откуда вы знаете, где то, что ищут многие? Я помню это место с рождения. Впрочем, все происходило в другом времени. Как в другой жизни. Проклятие! Выражайтесь яснее! В другой раз. Прошу вас, капитан. Впереди небезопасно. Местные жители не сдадутся без боя этого. Вы готовы сражаться с ними? Готовы убивать? Ничего, я справлюсь. Надо идти.
Идем за мной.
Врачи, лечат Тио! Пошли. Thank you.
Так это обсерватория? Все это? Да. Священное место. Нужна лишь капля моей крови. Thank you.
спустя 80 тысяч лет. Боже, Робертс! Вы сошли с ума? Напротив, Эдвард. Это они сошли бы с ума, узрев то, что за вратами. Вы же, полагаю, покрепче рассудком. Так, берите сундук и несите сюда. Какая грязь и ветхость. Я помню все иначе. Но прошло 80 тысяч лет. Вздор. Не может быть. Ступайте осторожно, капитан. Признаться, меня очень увлекло новое занятие. Вы удивитесь, но я придумал свой собственный кодекс поведения. Собственное кредо? Да, для порядка. Я запретил азартные игры на палубе. Из-за них одни ссоры, а не товарищество. Дезертирство тоже под запретом. Я требую, чтобы мои люди всегда держали оружие в полном порядке и наготове. Разумно. А невыполнение грозит смертью. Только взгляните. Красиво, правда? Верно. Будто картина из сказки. Или древней поэмы. Когда-то они слагали предания. Истории стали слухами, а те легендами. И, как обычно, факты стали выдумкой, а затем и вовсе исчезли. И здесь фиалы. Да, здесь находится кровь древнего народа. Дивной расы своего времени. Вот теперь, друг, я вас вовсе не понял. Неудивительно. Помните одно. Кровь в этих фиалах больше не стоит ни единого реала. Ее оценят. Но позже, не в этом веке. Мы на месте. Ставьте сундук сюда. What? Что за шум? Ах, да. Меры предосторожности. Минуточку. Вот так. Что это за место? Представьте большую подзорную трубу, как у моряков. Вот только оглядеть можно весь мир. Это колдовство. Нет, это господин Джек Рекхэм, где бы он сейчас ни находился. Нассау. Он сейчас там? Он это видит? Да. Не знаю, Джим. Понятия не имею, как управлять кораблем. Не женское это дело. Вздор. Я видел многих дам, которые умеют ставить паруса и крутить кабестан. А сражаться меня научишь? Кортиком, скажем. Или стрелять? И не только. Главное — желание и упорный труд. К успеху надо идти уверенно. Эй, парень, убери лапы от моей девки. Сгинь, пока цел. Ты не в себе, Рекхэм. Нашел парня тоже мне. Оу! А что такого, парень? Забавные они. Давайте еще. Губернатор Вудс Роджерс. Это смелая мысль, но я должен ее обдумать.
Предложите палате общин принести присягу верности. Клятва, жест и церемониальная капля крови, взятая из пальца. Только и всего. Убедить министров непросто. А палату лордов не составит труда. Они обожают пышные церемонии. Именно. Скажите, что это присяга королю против бунтовщиков-якобитов. Да, точно. Ах, тамплиеры. Кровь – важнейшая деталь. Добудьте образцы от каждого. В обсерватории мы должны быть готовы. Согласен. Ценная вещь, видите? Колдовство, точно. Вовсе нет. Все механизмы этого устройства вполне материальны. Они древние, но отнюдь не сверхъестественные. Мы так завладеем всем океаном. Какие планы? В моем кодексе нет ни слова про верность. Вы были пешкой, и партнерства больше нет. Ты покойник, Робертс!